Вот он Юпитер. Смотри, как рано светлей стало. 19-е. Марса уже не видно вообще. А он рядышком совсем. 10 минут назад снимал. 19 марта 2020 год. Харьков. Да, так вот, предыдущую съемку не дал мне нормально закончить. Оборвавшийся провод электропередач. Это было яркое зрелище. Купил я вчера 125-кратный наконец-то фотоаппарат вместо этого 50-кратного. И осталось дождаться только подходящего случая, погоды и приобретения штатива, потому как мой накрылся медным тазом после долгой и продолжительной службы. Второй день карантина в Харькове. Харьковский метрополитен закрыт. Ну что такое? Что не так? А, забор снимать пытаюсь. Да что ж такое? Подожди, еще 36 российский рубль продажа. 28.50 доллар подешевел. Надо же, вчера был 29. Ладно. Придется на работу раньше выезжать. Ты посмотри, как рано светлеет. Невозможно совершенно. Ладно.